Как зовут? Хайзенберг. Хайзенберг. Ясно. Присядь, Хайзенберг. Мое дело не займет много времени. Да. Ну ладно. Будь по-твоему. Ты сам пришел. Так давай сам и рассказывай, что тебе надо. 50 тысяч долларов. В натуре! 50 косых! Это с каких? 35 за полкило мета, который ты спер. И еще 15 за кровь и боль моего напарника. Напарника. А, да. Вспомнил я того петушка. А ты, видать, его папик? Давай-ка уточним. Я забрал твой мет. Отметелил нахер твоего бегунка. А теперь ты пришел и принес еще больше мета. Да ты просто гений, блин. Ага, гений. Ты только в одном ошибся. Это не мед. Ты чё, грибанулся? Хочешь узнать? Нет, Гонза, тихо! Спокуха. Спокуха! А ты дерзкий. Без балды. Ладно, ладно. Свое бабло получишь. Тот лед, который твой напарник припер. Разлетелся, как горячие пирожки в голодный год. Давай так. Через неделю неси еще полкило. Оплатишь сразу. Ладно? Оплачу сразу. Чтобы оставаться богатым, иногда надо грабить. Надеюсь, мы сработаемся. Полкило детский лебед. Бери сразу килограмм. Не шутишь? Слышь, ты чем бабахнул? Гремучая ртуть. И небольшая химическая хитрость.